Всем привет! Давайте в этом видео разберем одну фишку. Сейчас я вам ее покажу. Откроем нашу Z-сферу. UV-сферу. Все, сделаем Make Polymesh и зайдем в кисти. И вот в кистях есть такая Curve Lut. Найдете ее. Вот такая прикольная штука. Что она делает? Вот когда вы рисуете вот так вот, вот такие детали получаются. Что можно делать? Тут же можно менять ее, делать вот такие штуки. Для каких-то изделий, деталей. Очень прикольная такая курва. Давайте посмотрим, как она работает. Чуть поменьше ее сделаем. Вот так вот нарисуем. Вот уже, в принципе, получился горшок какой-нибудь. Можно ее вот так вот вглубь увести. Можно мов использовать. Выдвинуть вот так вот, чтобы виднее было. Потом можно ее доработать. Она опять же привязывается к модели. Можно делать кувшины какие-нибудь. Вот так вот. На церковь можно сделать мечеть, это купол. Допустим, как вариант. Вот такой стакан может получиться. Наподобие тарелка спутниковая тоже вроде покатит. Рупор. Вот так вот что-то можно делать фантастическое. Детали какие-то. Давайте попробуем нарисовать еще тут что-нибудь вот так вот. Вот так вот все можно выкручивать, вы видите, прикольная штука. Вот такую пушку можно сделать на корабль. Чуть доработать ее, допустим. И вот заходите в Subtool и делаете все по сценарию. И у вас получается вот такой Subtool. Этот мы отключим. Вот у нас уже вышла пушка. Здесь мы можем доработать ее, нанести какие-то узоры, сделать более подходящий вид. Словом, пользуйтесь, пробуйте что-нибудь, пригодится, хорошая штука. Всем пока!